Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня распаковка очередного заказа из компании Siberian Wellness. Это уже не первый мой заказ, и, к сожалению, часть продукции, примерно половина, уже забрали, то есть я не успела даже распаковать коробочку. Прибежала одна клиентка, потом другая, и забрали часть продукта. Но ничего страшного, я расскажу то, что есть, и еще кое-какие продукты, о которых уже есть отзывы. Итак, с чего я хочу начать? То, что в компании есть бумажный каталог. Часто спрашивают, как заказать бумажный каталог. На самом деле это непросто. Я его получила, наверное, примерно с 5-го заказа, только он появился на сайте. Я его заказала. Компания не очень приветствует покупку и распространение бумажных каталогов, потому что, ну, во-первых, в этом каталоге нет цен. То есть, если вот вы видите, есть продукт, есть описание, но не стоит цена. Потому что это эко-компания, и она заботится о том, чтобы сохранить как можно лучше нашу природу. И не только сохранить, но и восстанавливает природу. То есть засаживает сады, деревья, заботится о животных. То есть если вам эта тема интересна, вы можете прям зайти на сайт компании, официальный сайт, и посмотреть, какие программы ведет компания для восстановления экологического состояние нашей планеты. Поэтому, ну, в принципе, я купила каталог, потому что я привыкла к бумажным, и мне так было интересно полистать, посмотреть эти странички, почитать описание продукции. Ну, в любом случае, все равно мы пользуемся больше сайтом, и к этому тоже нужно привыкнуть. Еще, кстати, такой момент. Когда я пришла в эту компанию, честно, у меня был такой страх, что у меня не будут люди заказывать, что я не смогу работать с этой продукцией, потому что БАДы для меня это какая-то не совсем новая тема, потому что и в Oriflame работала, когда я много лет, тоже были БАДы. Их не так много, но тем не менее они есть. И есть понимание важности приема витаминов, минералов, омеги, антиоксидантных комплексов, коктейли и так далее. Но здесь такой большой ассортимент, что, честно, вот в первое время не паника, конечно, но просто, знаете, такой шок. А что брать? А с чего начать? Что нужно делать? И я правильно сделала, убеждаюсь в этом в очередной раз, что я начала с чистки организма. Потому что витамины не усваиваются на 100%, если у нас организм зашлакован или есть паразиты. Они, конечно, есть. Я даже в этом не сомневаюсь, с ужасом прям вот предвкушаю, когда я буду пить антипаразитарную программу, но буду пить, все равно буду, потому что хочу уже пить витамины классные, хорошие, о которых читаю потрясающие отзывы. Хочу пить уже на чистую среду, подготовленную почву. Вы просили говорить о ценах, поэтому я, конечно, многие цены сегодня озвучу. Приготовила такую накладную, которая мне пришла с заказом. И начнем с основного. Что я заказала? Еще две пачки Эльбифит. Он стоит 800 рублей, и я видела сравнение как раз с аптечным Линексом. Получается, что здесь 800 рублей, в аптеке 2000 Линекс. В пачке 15 капсул, поэтому я взяла 2 для одного человека, чтобы это было курсом пропита. И вы знаете, что с нами недавно случилось? Честно, я так испугалась, я думала, что эта реакция на чистку идет. У меня вдруг началось, знаете, как типа диарея. Жесткой диареи, то есть отовсюду одновременно. Потом я подумала, что это на истоке чистоты такая реакция. Я начала писать сразу вышестоящему. Она говорит, я такого ни разу не слышала за 4 года работы в этой компании. Такого я не слышала. Но если так, значит, у тебя так проявляется чистка. Но вечером началось у Миши. Он чистку не делает. На следующий день у Леры, она тоже чистку не делает. Поэтому мы поняли, что это был ротавирус, потому что потом все стали говорить, что это сейчас идет. В принципе, да, многие заражаются. Но как мы из этого вышли? Сразу Эльбифит. Я моментально, да, сделала заказ, то, чего у нас не хватало. Я заказала ЭПАМ, ПИК, Эльбифит и чай комфортное пищеварение. Кстати, он у меня вот здесь как раз есть. Это не он, это не он. Где он? Чаев на заказ. Вот, чай комфортное пищеварение. И мы просто начали моментально это все пить. И очень быстро остановилось. То есть несколько часов,
и все остановилось. Потом день просто отлежались уже, но без этих жестких как бы последствий. Пачка открытая, потому что пить уже начали. Про чаи немножечко расскажу. Про чаи: пачка чая стоит 220 рублей, а 210 вот это стоит. По акции некоторые чаи сейчас идут по 169 на сайте, да, можно посмотреть. То есть обычный пакетик, вот такой фильтр пакетик без всяких веревочек, без наворотов, просто здесь просто травки, которые рекомендуется не только в такой ситуации пить, а в принципе, если у человека проблемы какие-то с пищеварением, запоры, может быть, вздутие, то ЭПАМ 11 классно помогает. Вот его, кстати, забыла взять, он тоже уже внизу, потому что начали сразу пить. Что здесь входит в состав, давайте я вам скажу. Вот: курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист подорожника, трава володушки или володушки. Очень вкусное название этой травки. Кстати, я когда папе тоже купила пик, вот ЭПАМ и вот этот чай, я ему отправила, потому что ему 74 года, и он мучается запорами. Мне папа говорит: Лиль, класс. То есть он на второй день уже, у него все получилось без клизм, без мучений, без ада. И я знаю, что очень многие люди мучаются такой проблемой. Имейте в виду, по затратам мы раньше папе покупали микроклизмы в аптеке. Можете посмотреть, я не знаю, сколько они сейчас стоят, они очень дорогие, и они вредные, их не рекомендуют часто использовать. Вот я весь набор посчитала, по-моему, вышло дешевле, чем эти микроклизмы. То есть пик 320 рублей, чай 210 и ЭПАМ 240. Вот просуммируйте, и еще кэшбэк. Кэшбэк у клиента может быть от 5 до 15%, а если регистрироваться как бизнес-партнер, а я бизнес-партнер, то кэшбэк возвращается 25%. Ребят, это четвертая часть суммы потраченных денег. Так, ну что, давайте я вам расскажу, какие у меня тут чаи и почему их тут так много. Ё-моё, я прям чайный фанат стала. Давайте посмотрим. Я заказала чай «Женская гармония». Два штуки, они по акции 169 рублей каждый. Это очень хорошая цена на чай. Что здесь в составе? Трава пустырника, трава люцерны, трава мелисса лекарственная, листья мяты перечные, листья шалфея, трава зверобоя, трава душицы, трава клевера. То есть это для нормализации, да, женских всех процессов. Купила себе и дочке, потому что это очень важно. Женское состояние, женское здоровье, оно влияет на все. Так, легкое дыхание. Кстати, сейчас дочке отдам, она что-то говорит: мам, я что-то себя плохо чувствую. Я ей сразу дала пить новамин. Новамин покажу. Это очень сильный антиоксидант, очень мощный антиоксидант. И его рекомендуется пить просто всем, если все нормально, просто одну капсулку в день. Тут их много, 120 капсул. Стоимость такой баночки 800 рублей. И если у вас семья 4 человека, на месяц вам хватает этой баночки. То есть 200 рублей на человека, полная антиоксидантная защита. И так как она сейчас себя плохо чувствует, я говорю: выпей на ночь 3 и утром 3. В течение дня смотри обязательно Эльбифит. И вот сейчас ей дам чай и ЭПАМ 900 под язык и в носик. Чай «Легкое дыхание». Здесь липа, цветки и листья, кусочки яблока, мята, цветки ромашки и душица. Вот и все. То есть те же самые 30 пакетиков, но здесь есть такая фишечка, что пакетик завариваем на два раза. То есть вот раз заварили, постоял, вынули, выпили напиток и опять завариваем. То есть вот такие вот... Ой! Вкусненько как пахнет, забыла тот понюхать. Вот именно из коробочки, из упаковки нужно нюхать. И так пахнет. Слушайте, очень-очень вкусно, классный состав. Супер просто. Я вот не помню, сколько просто, если ромашку купить в аптеке, сколько она стоит. Ну, недорого, по-моему, да, может быть, рублей 40-60. Здесь состав, конечно, богатый. Так, это тоже «Женская гармония». И чай «Природный антистресс». Пить на ночь. Смотрите, что здесь. Корневища с корнями валерианы, трава пустырника, трава душица, ромашки, зверобоя, листья мяты перечной и мелисса. На ночь выпиваем на двоих, да, пакетик, две чашечки.
и спокойный, здоровый сон. Ребят, реально, все в стрессе. Миша работает, у него очень стрессовая работа, то есть тоже постоянно с людьми, вот эта беготня. Он домой очень поздно порой возвращается. У меня тоже много-много общений, поэтому будем пробовать такой вот природный антистресс. Так, все, поехали дальше. Что еще рекомендую? Я взяла сразу два бальзамчика. Это бальзам Флоросептик Эльбешен, такое название интересное. Его называют в простонародье волшебник. Почему волшебник? Потому что этот бальзам, он и работает на внешне, да, на коже, если какие-то проблемы с кожей. Я прям, наверное, вам сделаю документ, где описание вот этого продукта, и прикреплю под видео, потому что про него можно говорить очень долго. Я чем больше читала отзывов, тем была больше в шоке и думаю, почему я его не заказала в первый же заказ. То есть им полоскать полость рта, на зубную щеточку прям чистить, полоскать горло, когда заболеваешь. Вот сейчас тоже дочке отдам, пусть она, как говорится, опробует, что и с чем. Перед применением всегда все бальзамы, корень или вот Эльбешен, его вот так нужно потрясти. И ну что, просто очень вкусно пахнет. Смотрите, чайное дерево, эвкалипт, экстракт маклейли какой-то, и все. Вот, я вам сказала, да, чайное дерево, эвкалипт, экстракт маклейли. А я, главное, чувствую чайное дерево, запах сразу такое, чайное дерево. То есть, и если, например, лечили зуб, или зуб воспалился, прям на ватный диск приложили, гнойные раны обрабатывают, то есть на марлечку смочили, приложили, там столько всего, я понимаю, что это нужно всем в каждом доме. Я купила сразу себе и родителям, потому что у меня, знаете, всегда статья расходов одна — это на родителей, потому что для меня важно их здоровье. У меня мама сейчас пьет пульсбокс. Я вот нарадоваться не могу, потому что ей, когда звонишь, она: ой, давай, что-то мне не очень хорошо, я таблеток наглоталась, я полежу. Сейчас я звоню и слышу: мама всегда: привет, как у вас дела? У вас все хорошо? И у нас все хорошо, ну давай, пока. Я думаю, что? Я говорю: мама, ты как себя чувствуешь? Она говорит: Лиль, классно. Она меряет постоянно давление, говорит: у меня сейчас оно ровно, нет вот этих скачков 240 на 140, или там, да, вот оно резко может упасть. Но у нее верхнее давление всегда очень такое вот, может зашкаливать. Так что пульсбокс, он не только с давлением работает, он еще на сердце влияет хорошо, да, то есть очищает от холестерина сосуды. Что еще нужно? Что еще нужно для нас, чтобы родители были здоровы? Кстати, еще взяла хронолонг, но пить буду позже, взяла, потому что у него акция хорошая, он так стоит 1300, а сейчас он 1000, а где он у меня тут, 1100 с чем-то, вот он, 1195, то есть небольшая акция, думаю, я его очень хочу попить, потому что это для женщин возрастная защита, потому что мне уже вот в мае будет 49 лет, ребят, но это серьезный возраст для женщины, и понятно, что сейчас могут, да, такие вот какие-то изменения климактерические могут начаться, пока, слава богу, ничего этого нет, но тоже хочется избежать. Что он делает? Оказывает омолаживающее действие, вот и проверим на организм женщины. Так, что здесь, тут прям бумажечка закрыла, так, гинестен, гиалуроновая кислота, фолиевая кислота, таурин, метаболически активный витамин D3. Так, что он дает? Великолепная кожа и волосы, красивая фигура, то есть я читала тоже отзывы, что девчонки стройнеют, гибкость суставов, укрепление волос и ногтей, профилактика фотостарения, стимуляция синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты. Вау! Я уже хочу начать пить. Укрепление костей, нормализация обмена кальция, защита сердца, сосудов, повышение тонуса вен, улучшение памяти, защита клеток мозга, смягчение возрастного дисбаланса гормонов. Уже хочу. Ну ладно, я потерплю, когда чистку закончу, и сразу его начну пить. Прям это у меня вот в планах стоит. Я его с первого дня, когда увидела отзывы, думаю, я прям его больше всего хочу пить. Так, закрыла вам портрет вазы, ну ладно. Так, что еще? Набрала несколько зубных паст. Это мой фаворит, Corens. Как набрала? У меня уже две новеньких стоит. Одной мы пользуемся. И вот еще взяла две, потому что иногда паст нет на складе.
Я перепробовала несколько штук, наверное, прям отдельное видео по пастам запишу, землянику, взяла лемонграсс, по-моему, черника и древесная кора, вот эту, морской кальций и облепиха. Сколько? 7, да, получилось? Морской кальций, облепиха – это отдельные пасты. И я вам хочу сказать, что у меня любимица черника и древесная кора, и вот это. Еще мне с земляникой нравится паста. Ну просто вкус земляники очень приятный. Просто очень. А дочка мне говорит, а мне наоборот понравились морской кальций и облепиха. Я их первые две взяла. Я говорю, ну пользуйся, ладно. Вот. Почему мне эта паста нравится? Ребят, она просто нереальная. Смотрите, что у нее в составе. Натуральный клеточный сок пихты повышает местный иммунитет, укрепляет и тонизирует десны. Это раз. Экстракт коры дуба снижает кровоточивость десен. Это два. Паста из хвои способствует укреплению десен, освежает дыхание, эффективная профилактика кариеса. Это три. Упаковка классная, 98,3% натуральности. Открывается то с этого, ну тут клепочка стоит, да, замочек. Откидная крышечка еще, как я люблю. То есть эта паста, вот по всем показателям, моя любовь. Вот. Всем рекомендую, попробуйте. Пасты здесь недорогие, учитывая натуральность. Так, сколько здесь объем? Сейчас вам скажу. 75 миллилитров, то есть ну, такой нормальный объем. А пасты бывают 75-100 миллилитров. Стоимость этой пасты 250 рублей. Если кэшбэк возвращается 25%, то это получается сколько? Рублей 200, да? Нормально. Я еще взяла попробовать две щеточки. Кот напугался. Две зубные щетки. Кстати, на щетки баллы не начисляются. Если да, было интересно, 150 рублей стоит одна щеточка. Попробую. Себе возьму вот эту. Сейчас я открою ее. Как ее открыть? Ножницы не взяла. Да, я, наверное, ее не смогу открыть. Хотела потрогать ее на мягкость. Ну, не получится, в другой раз. Вот, взяла, попробую, потом расскажу, как мне эти щеточки понравились или нет. Так, что я заказала? Органический йод. Буду пробовать. Полезно для щитовидки, а мне нужно. Я, кстати, сейчас магний пью, мне так магний нравится органический. Вот тут просто кайфовый продукт. У него такие свойства, что его можно и детям давать. Они просто успокаиваются, становятся более усидчивы. Я по себе вижу, вы, кто меня давно смотрит, наверняка знаете, в каком я была стрессе в связи с переходом из Орифлейм в Сибирское здоровье, как я нервничала, я не спала, переживала, плакала, да, то есть я вымотанная была, даже похудела, мне кажется, немножко. И я начала пить магний, как мне стало хорошо. Я ложусь и в основном всегда быстро засыпаю, и я очень хорошо сплю. И мне, кстати, стали сниться опять очень крутые сны, такие интересные, насыщенные, с путешествиями. То есть у меня прям во сне эта маленькая жизнь проходит. Так, что еще здесь? Пик. Пик обязательно. То есть пик я взяла сразу два. Почему? Потому что, в принципе, вот пик можно пить на регулярной основе всей семьей, начиная с детского возраста и заканчивая самыми пожилыми людьми, потому что это налаживает микрофлору кишечника. Это природный инулиновый концентрат. Топинамбур. То есть это состав порошок из клубней топинамбура. Кто знает, что такое топинамбур? Если не знаете, посмотрите. Я помню, у нас с детства папа всегда: кушайте топинамбур. А вы знаете, это такие корявые картошки, мы их сами выращивали, потому что жили в деревне. И чтобы их почистить, это столько труда. То есть они некоторые такие маленькие, все какие-то корявые, страшненькие. И нам проще было их куда-нибудь спрятать, они высохли, мы: ой, пап, не успели съесть, он тьфу-то, ну-то, они такие полезные, а мы не понимали, нам было неудобно это делать. Так, что я сейчас заказала? Взяла попробовать идеальное для кухни жидкое эко-мыло. Здесь 400 миллилитров, такой большой-большой флакон, давайте его понюхаем. Ай, ну так, вкусненько, не резко, не сильно. Ой, просто приятный нежный аромат, ненавязчивый, что здесь, ну, дозатор — это очень хорошо. Им можно, почему я его взяла, что им можно мыть в овощи и фрукты, самое главное, не сушит кожу. И почему взяла? Начали в чате все писать: вау, какое мыло, какая прелесть, надо маленькую капельку, посуда скрипит, руки не сохнут.
Думаю, так, у меня, конечно, есть посудомоечная машина, но все равно иногда руки приходится мочить, иногда нужно срочно что-то помыть. Есть какая-то посуда неудобная, например, большие кастрюли, я их не кладу в посудомойку, или что-то, например, половник один, я его использовала, быстро помыла, я его тоже туда не кладу. Вот. И самое главное, что мыть фрукты, потому что, ну а чем фрукты-то мыть? Чем их хочу мыть? Так. Один дезодорант остался, еще не забрали, это под заказ. Пишут все разные, кому-то очень нравится, кому-то нет. Нанести на чистую сухую кожу, 2-3 раза провести шариком, да, несколько минут подержать, прежде чем надевать одежду. С гидролатами лаванды и шалфея. Говорят, что крутой. Я взяла один, вот у меня заказали, а один Миша я взяла, дала ему попробовать, но вот он только второй день сегодня пробует. Сейчас посмотрим реакцию, потому что у него, ну, просто вот ни один дезодорант из Oriflame ему не помогал. Покупали дорогой в аптеке, рекомендовали тоже какое-то средство, по-моему, в виде крема, что ли, или дезодорант. Тоже не помог. Мы привозили с Турции такой, знаете, в виде как камешек такой, его мочишь и мажешь. Все хвалят. Ему тоже не помогает. То есть, ну, такой запах сильный стоит, и все рубашки в пятнах. Посмотрим, как этот. Стоимость его 400 рублей. Кстати, мыло не сказала, сколько стоит. По-моему, тоже порядка 400 рублей. Ну, из другой накладной. А дезодорант тоже ровно 400 стоит. Так, сейчас посмотрю. Потому что у меня две коробки было, и одну коробку уже раздербанили, утащили. Так, что здесь еще? Тоже, по-моему, да, это под заказ уже заказала подруга, органический магний. Кстати, заказов стало очень много. Я переживала, что люди не будут заказывать, что этот продукт как бы не будет востребованный, как в Oriflame. Хотя в Oriflame мне в последнее время уже было немного заказов, но, тем не менее... Да, я боялась, на самом деле заказов очень много. У меня одна подруга пришла, забрала пульсбокс маме, иммунобокс для дочки, чай легкое дыхание для дочки, эпамчик дочки от аллергии сыну барага амаранга, и сейчас скажу что-то еще. А сейчас покажу, еще она взяла витамин Е, сейчас про него расскажу, и вот такой вот маленький крем Bioanetica, сейчас тоже про него расскажу. То есть, представляете, да, и она говорит, я все хочу, и уже у меня был заказ на антицеллюлитный крем. Кстати, это новый, взяла сразу еще один, начала пользоваться. Реакция такая, не буду открывать, красивый очень тюбик, внутри такого тоже теплого бежевого оттенка с блестящей крышечкой, такой стильный дизайн, очень симпатичный. Пошла в душ, все как положено, разогрелась в душе, промокнула кожу полотенцем и нанесла небольшое количество этого геля антицеллюлитного и стала массировать. Ребят, я думала, я буду бегать по потолку. Такое пошло жжение. Я еще потом оделась, да, вот маечку хлопковую, там штанишки. Такой был пожар на протяжении, наверное, 30 минут. То есть все горит, кожа красная. И потом все утихло. Потом вечером я уже не стала разогреваться в душе. Я нанесла просто на кожу. Уже не было такого пожара. То есть, если вы разогрелись в душе или просто нанесли, разница будет огромная. Сейчас как я делаю? Я сначала щеткой разогреваю кожу. У меня есть такая большая щетка огромная, мне прислали на обзор. Очень крутая, на деревянной такой ручке. Огромная щетка, и я ей разогреваю, растираю кожу, наношу этот гель и массирую. И вот оно такое приятное тепло, но не такое, что прям бежать по потолку. Посмотрим, какой будет результат. Написано, что нужно пользоваться 2 недели, утром и вечером, уже не знаю, куда ставить, утром и вечером для наилучшего результата. Я первый раз в жизни, наверное, буду вот так... Нет, один раз я делала в Oriflame, мы когда готовились к поездке за границу на море, я делала, эффект был классный. Потом я запустила, не очень я это люблю, каждый день натираться. Но сейчас думаю, просто ради интереса посмотрю, потому что сижу очень много. И это отражается на таких мягких местах заметно. Вот, посмотрим, сколько он стоит. Его цена, так, не помню, наверное, с другой накладной. По акции я взяла за 700.
ну, примерно 80 рублей. Без акции примерно 1200. То есть по акции очень хороший вариант, поэтому я взяла заранее. Думаю, если мне понравится, я просто буду пользоваться, потому что скоро лето. И я все-таки себя чувствую еще достаточно энергичной, молодой. Мне хочется бывать и на пляже. Я планирую тоже, что мы поедем куда-нибудь отдыхать. Я поэтому буду о себе активно заботиться. Так, по поводу вот этого продукта хочу рассказать. Это маска для лица. Маска называется... Где она у меня? По-моему, стоимость ее была 300 рублей. Как ее правильное название? Вот, криолифтинговая маска с экстрактами растений и маслом горчицы. Мгновенно пробуждает кожу лица, стирает следы усталости, уменьшает отечность, оказывает лифтинг-эффект. И незаменима в жаркую погоду в режиме цейтнота. То есть, что она делает? Она мгновенно преображает. Я ее уже попробовала. Естественно, первое, да, я очень люблю все, что касается лица, потому что это, во-первых, это привычка уже, я долго работала в косметической компании. Я взяла масочку, она небольшая, 50 миллилитров, ну, думаю, 300 рублей, это недорого. Вот, у нее такая консистенция кремообразная, сейчас мы вот тут ее нанесем. Ну, вот. Нет в ней такого вкусного аромата. Я бы не сказала, что это прям вкусно как-то пахнет. Потом смою. То есть он какой-то такой легкий, невесомый аромат. Не вижу, где тут у нее состав. Состав на английском. Поэтому хотелось бы вам, конечно, сказать состав. Но можно посмотреть состав на сайте. Что вы, я думаю, и сделаете. Нету состава. Вот, что она, ее эффект какой? Ну, как легкий, да, во-первых, лифтинг эффект, и как будто легкая подтяжка, так поры, я заметила, сократились. Но что я делала специально? Я ее сделала на две половинки лица, чтобы посмотреть, будет ли разница. Визуально тогда чуть-чуть я увидела разницу, потом холодок, легкое покалывание, прям в процессе, когда ее смыла, то было вот ощущение прохлады на лице достаточно долго. Не могу сказать сколько, но вот первые там 5-7 минут я обращала на это внимание, потом просто забыла. И кожа мягкая, потому что у меня после умывания, я сейчас использую еще всю продукцию из серии Oriflame, дневной крем Optimals, на ночь у меня экологен, и умываюсь я тоже гель-тоником Novage. У меня после него через какое-то время все равно вот какая-то сухость, хочется быстрее намазать кремом. Я специально думаю, посмотрю, как после этой маски будет работать. И действительно, вот эта половина, где я маску не делала, мне уже хотелось, я ее чуть-чуть начала почесывать, как бы помазать, то здесь все было мягонько и комфортно. Маска понравилась, я прям ее рекомендую. И сейчас она вышла уже в обновленном дизайне, но я этого не знала, я взяла ее в распродаже, думаю, интересно попробовать. Сейчас она уже новенькая. Так, и сразу расскажу вот про эти два флакончика. Один уже забрали. Здесь это два разных, на самом деле, продукта. Один насыщенный крем Bionetica, а второй, он у меня уже есть открытый, я несколько раз уже им помазалась. Пока не могу сказать, что вау, какой-то эффект. Нет, ребят, чтобы увидеть вау-эффект, надо хотя бы... Ну вот в моем возрасте обновление клеток идет примерно 45 дней, может быть даже больше. Но так как я активно маски делаю, ухаживаю, то соответственно думаю, ну 45 нормально. То есть нужно попользоваться, ну хотя бы месяц. Это сыворотка. Я взяла и сыворотку попробовать. Такой, вот такие маленькие-маленькие пробнички. 7 миллилитров всего. Но я думаю, что на недельку, на 10 дней мне должно хватить. Кто-то пишет, им хватает на месяц. Я, честно говоря, в это не могу поверить. Хотя, как говорят, надо попробовать. У них очень маленький расход. Я бы даже сказала, что это невкусно пахнет. Я про маску сейчас. Нету таких, знаете, вот отдушек каких-то вкусненьких, чтобы там прям вау. Сыворотка запечатана, здесь у меня фольга, сейчас я ее сниму. Так, очень маленькое отверстие и капельку вот сюда прям выдавлю. Но что я заметила, когда я начала мазать лицо, наносить на лицо продукт, что я заметила? Это первое, невероятный аромат. Кстати, сыворотка,
Или это я не сыворотку открыла, я, наверное, крем открыла. Да, я открыла крем, хотя хотела открыть сыворотку. Ну ладно, я все равно себе взяла. Я хочу взять дорогу, маленький такой флакончик. Думаю, я еду дней на 5 в поездку в Москву, и как раз мне хватит на 5 дней такого пробничка. Вот, заранее взяла. Придется открывать и сыворотку. Что я заметила по поводу этого крема? Какой-то нереально крутой аромат, просто нереально крутой. Кстати, стоимость вот этого пробника 555 рублей со скидкой. То есть на сайте еще минус 25%. Понятно, что будет повыгоднее. Сам продукт, сам полноценный крем стоит около 6 тысяч, но сейчас на него тоже идет акция. Ну да ладно, с ценами все понятно, они космические просто. И из-за этого еще больше хочется попробовать. Что же тут такое космическое? И как я слушала, одно видео смотрела, то что ученым дали такую задачу, поставили не экономить, то есть не считать бюджет, а создать что-то невероятное. Так, сыворотку пробуем. Ой, сыворотка какая красивая. Такой... блестящая, по-моему, что ли. Видите, как я, да, экономлю, потому что, извините, я говорю, люди некоторые банку крема покупают за... Ой, сыворотка, конечно, она более жиденькая, легенькая. У нее, в принципе, тот же, мне кажется, аромат. Угу, очень похож по аромату. То есть сыворотка — это не обязательно именно под крем, то есть этой сывороткой можно пользоваться отдельно как легким кремом, что тоже необычно. Что я заметила? Во-первых, маленький расход. То есть я реально, я беру, например, коллаген, такую целую кучу накладываю на все лицо, он у меня впитывается, да, все хорошо. Здесь капельку взяла, раз, а у меня еще осталось на вторую половину лица. То есть какое-то нереально маленькое количество мне хватило на все. Поэтому думаю, да, расход действительно будет маленький. А смотрела, что большую банку полноразмерную 50 мл хватает на полгода. И можно использовать весь крем на зону области вокруг глаз и на все лицо. Но это вообще плюс огромный. Но если мы выходим на улицу, то я все-таки предпочитаю крем с SPF-фильтрами использовать, потому что защита от фотостарения, она для меня очень важна. Очень важна, да, на первом месте стоит. Ну вот, что я хочу сказать. Моментально впитывается, не скатывается вообще, потому что крема Oriflame у меня в основном скатываются. То есть вот так просто нанести нормально, но если специально потереть, или, например, если я тон наношу, я активно, да, работаю кистью, то я вижу, скатывается, потом надо смахивать. Этот просто гладкий, он как будто сразу стянул вот так вот поры все. Кожа гладенькая-гладенькая какая-то. И в то же время напитанная. Для меня это пока, знаете, вот бывает такое состояние, когда ломаются какие-то шаблоны. То есть я не привыкла к таким продуктам. Я привыкла к жирным, питательным продуктам от Oriflame. Это совсем что-то другое. Поэтому пока не знаю, какой будет эффект. Но когда у меня закончатся запасы от Oriflame, я планирую попробовать серию Esperalta. Она более по ценовой категории, ближе к Novage. А Bionetica — это, конечно, сами понимаете, что там целый комплекс на Novage можно купить на эти средства. Но попробовать очень-очень хочется. И мы уже практически закончили. Я напоследок оставила на десерт самое вкусное. И это что-то бомбическое. Это мармелад. Я уже попробовала мармеладки с персик и манго. Он меня просто покорил по вкусу. Там именно для волос. Для волос. Потом я попробовала мармеладки облепиха и корица. Это вообще что-то нереально вкусное. С прополисом для полости рта, чтобы было свежее дыхание, чистая полость. Кстати, я просто в восторге сейчас и от пасты, и от этих мармеладок. И сейчас мы взяли мармеладки антистресс. Если у других мармеладок стоит ограничение, где-то можно 3 съесть в день, где-то 4, где-то 5, то здесь можно съесть пачку в день максимум взрослому человеку. И вот у меня, я дочке сразу дала пачку, она открыла, говорит, мама, они такие вкусные. Я тоже попробовала, но это прям вот как карамельные конфетки. Ой, две сразу достала. Ну, просто пахнет карамельным, чем-то нереально вкусным. И они не резиновые, то есть они такие мягенькие. Фу, облизала пальцем.
грязным. Это очень вкусно. И рекомендуется их кушать во второй половине дня или даже лучше ближе к вечеру. Они успокаивают. Или если вас кто-то выбесил, то возьмите и пожуйте мармеладку, успокойтесь и не будете психовать. Потому что наше вот это вот состояние внутреннее, оно очень важно, потому что это проецируется на общее наше состояние душевное, на здоровье и на нашу и работоспособность, и общение с людьми, выстраивание отношений. То есть все здесь взаимосвязано. И последний продукт – это вот такая вкуснятина. Это батончик. Не знаю, почему я сказала, что это вкуснятина. Я еще не пробовала. Я терплю до встречи с вами. Что в этом батончике примечательного? Ну давайте, сколько он стоит? Из другой накладной, по-моему, 130 рублей он стоил. Это батончик со вкусом лесные ягоды, протеин, малиновый сок и коллаген. Кстати, скоро выйдет коллаген, чего я очень жду. И продукты для женского здоровья. Продукты просто нереально крутые. Компания подготовила. Уже кое-что появляется на некоторых складах. Он еще и шоколадный. А сколько вес я не посмотрела. Так, сколько ты весишь? 50 грамм. Слушайте, такой тяжеленький. Оболочка шоколадная, легко откусился, как будто нуга. Вообще по вкусу мой вкус пытается сравнивать с батончиками от Oriflame, а они совсем другие по вкусу. Не знаю, почитайте состав. Я честно, так, очень мелко, поэтому не вижу, что здесь. Но вкусно. Угу. Я малину чувствую. Вот малина прям очень вкусно. Слушайте, почитайте состав, если вам покажется, что они по составу классные, то заказывать это очень вкусно. На этом наш обзор закончен. Пойду чай пить с батончиком. Я вам желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Если это видео для вас было полезно, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите оформить себе кэшбэк как клиент или как бизнес-партнер, то под этим видео в описании будет ссылка. Переходите по ней, выбирайте вариант, который вам больше нравится. Если не знаете, как выбрать, спросите у меня как. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока. Кстати, я уже начала открепляться и решила вернуться и сказать. Совсем забыла самое главное. Здесь накладной внизу карандашиком написано: витамин Е в подарок. Витамин Е, я про него забыла рассказать, он в подарок. Ребят, его стоимость 1260 рублей на сайте. Минуточку, за то, что я сделала заказ именно с интернет-магазина, а не... То есть мне доставили его с магазина в Саратове и положили вот такой приятный презент. Я в шоке. Спасибо компании за такие приятности. Ну, теперь точно пока-пока.